Здравствуйте, меня зовут Лени Смарагдова, я художник и преподаватель рисования. Сегодня с вами мы разберем приемы Энди Ворхола. Энди Ворхол изначально был дизайнером и работал с полиграфией. Все мы знаем, что такое офсетная печать, ну или, по крайней мере, слышали, это когда идет. Ну, ее используют для печати газет, для тиражирования. Энди Ворхол этот прием использовал у себя в работах. Опять же, тиражное искусство стало его визитной карточкой. Он тиражировал лица знаменитостей, поп-культуру, банки с супом, доллар и все то, что делает наши дома такими комфортными, а предметы привычными. Итак, у нас нет необходимости заводить специальный станок и какое-то либо оборудование. Мы сделаем это обычными приемами. Для этого мы нарисуем одинаковые рисунки, как мы сейчас с вами видим, и разукрасим их в разные цвета. Это может быть карандаши, это могут быть маркеры, это может быть краска. Собственно говоря, это вот такой простой прием Энди Ворхола, который он использовал. Сейчас я вам покажу, как это все делается. И во второй части мы с вами посмотрим тоже интересный прием, который тоже похож на, ну, как его используют в литографии, в гравюрах, когда делают такие оттиски. Но мы сделаем интереснее. Мы с вами возьмем во второй части акриловую краску, два листа бумаги, валик обычный, который малярный, или вот такая лопатка, которую я вам сейчас покажу. Она тоже, кстати, используется в строительных элементах, да, когда вы делаете ремонт, это стоит очень дешево. И, собственно говоря, то есть, если у вас их нет, вы можете использовать обычный кухонный нож. И здесь я вам покажу во второй части, но пока мне хочется с вами почитать книжку, которую мы начали на предыдущем уроке. «Настоящие художники не голодают. Как монетизировать творчество?» Автор Джефф Гоэнс. Итак, глава 4. «Используйте свое упрямство». Голодный художник упрям во всем. Успешный художник упрям в нужное время. Мы так упрямы в принципах, что гибки в деталях. Джефф Безос. В молодости Скотт Фицджеральд отказывался жениться из-за твердого решения стать великим писателем. Но сопротивление оказалось не таким сильным, и он влюбился в молодую женщину, пока служил в Монтгомере, как прямо в Сипсонах, помните, Монтгомере Бернс, господи, в 1918 году. Зельда Сейер, младшая из 6 детей известной южной семьи, также не хотела выходить замуж за неопубликовавшегося писателя с туманными карьерными перспективами. Через месяц после встречи с ней Фицджеральд получил от издательства письмо с отказом, рукописью и предложением поработать еще. Они с Зельдой начали писать друг другу письма, но она продолжала видеться с другими мужчинами. Война закончилась. Фицджеральд вернулся из армии и переехал на Манхэттен в надежде доказать, что достоин быть и писателем, и женихом, ведь и раньше мужчины были. Получив отказ в газете, он пошел работать в рекламное агентство Barrel Collier, где составлял рекламные объявления для троллейбусов за $35 в неделю. Однако молодой человек не отказался от своей мечты стать писателем. Проводя ночи за сочинительством рассказов и стихов и шуток, чего угодно, лишь бы заработать немного денег. Зельду не впечатляло отсутствие успеха, а его, наоборот, лишь подталкивало. За это время Фицджеральд приобрел одну важную черту.
ту, что будет идти рука об руку с его карьерой писателя и которую мы часто упускаем из виду в погоне за творчеством. Весной 2019 года он использовал ее в полной мере, когда написал 19 рассказов и получил 122 отказа, накопив так много писем, что отклеил ими все стены своей съемной комнаты. Отказы не останавливали его, наоборот, скорее подстрекали. И как раз его упрямство, которое так необходимо в данном вопросе, ему очень сильно помогло, и у него получилось опубликовать. Но здесь получилось другое. В 23-м году он начал трудиться над третьим романом, и не было причин сомневаться в новом проекте. В художественном плане писал он своему редактору Марксу Перкинсу: «Это голова и плечи всего, что я когда-либо делал. Однако, чем больше он работал, тем больше сомневался. Они становятся все хуже и хуже», — говорил Фиджеральд другой о своих рассказах. Писатель замкнулся в себе и стал одержим каждой деталью работы. Это подрывало его уверенность. По мере приближения публикации нового романа Фиджеральд все сильнее нервничал. «Великий Гэтсби» звучит слабо, — комментировал он название, мечась между неистовым любовником и по дороге Уэст-Эгг. Он беспокоился, что произведение не понравится женщинам, отзывы будут плохими, книги не будут продаваться достаточно хорошо и не хватит денег заплатить аванс издателю. Ожидания Фиджеральда оправдались, и почти все страхи воплотились в жизнь. «Великий Гэтсби», как писали нью-йоркские газеты, — дешевка. Литературный мир принял его критично. Это очень сломало Фиджеральда. Ему стало еще труднее писать. Личная жизнь также разваливалась. В 1936 году он отправил Зельду в психиатрическую больницу и был вынужден растить дочь в одиночку. Так и не оправившись от разочарования, Фиджеральд переехал в Голливуд, чтобы писать сценарии, о чем позже сожалел. Он боролся с алкоголизмом большую часть жизни и умер от сердечного приступа в 1940 году в возрасте 44 лет. А «Великий Гэтсби» в конце концов стал одним из самых почитаемых литературных романов, по которому снимали фильм, в котором был Леонардо Ди Каприо. Так что упрямство необходимо, но не всегда на пользу. С вами была художник и преподаватель рисования Лени Смарагдова. Подписывайтесь на мой канал Аида, передачи радио «Эхо Москвы. Искусство». Да? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч! Мы несем искусство в массы. Куда, кто, если не мы, когда, если не сейчас. Я вас целую.